Олег Николаевич, приглашаю вас занять должность руководителя департамента по охране, контролю и регулированию животного мира. Животный мир в Вологодской области очень разнообразен. Мы занимаем лидирующее место в Северо-Западном федеральном округе по наличию животных, птиц. И эта численность постоянно растет, что не может нас не радовать. Она стабильна, и мы наблюдаем естественный прирост. Это говорит о том, что департамент работает эффективно, что выполняет те задачи, которые перед ним ставит Министерство природопользования и правительство Вологодской области. На сегодняшний день, наверное, одна из самых главных наших задач – это обеспечить равный доступ к животному миру всех наших охотопользователей. Почти 50 тысяч охотников у нас в Вологодской области. И обеспечение равного доступа – это, наверное, основная задача. Но мы понимаем, что необходимо сводить минимум нарушения в лесу, особенно жестко пресекать браконьерство с привлечением всех заинтересованных сторон. Это управление внутренних дел, это и МЧС, это и лесопользователи. Мы должны жестко пресекать браконьерство, возбуждать уголовные дела и вообще вытравить эту заразу из нашего региона. Ну и, конечно, еще одна задача – это увеличение поступления налогов, бюджет всех уровней, потому что все-таки охота, охотничьи ресурсы могут приносить очень серьезный доход в бюджеты, как муниципальный, так и региональный бюджет. Поэтому задача, которую я перед вами ставлю, это увеличение всех показателей работы, это борьба с браконьерством, с незаконным доступом в леса и нарушения в сфере охоты. Олег Александрович, со своей стороны, конечно же, в первую очередь хотел вас поблагодарить за оказанное мне доверие, назначение меня начальником департамента, и уверяю вас, что все поставленные цели и задачи будут выполнены в полном объеме.